ajoyib dasturimiz bo'lib o'tadi. Bugun dasturimiz mehmoni sevimli jamoamiz Neftchi futbol klubining bosh murabbiyi Vitaliy Grigorovich bizni bugun yo'qlab bizni studiyamizga kelishgan. Здравствуйте, Виталий Григорьевич. Спасибо большое, добрый день. Хочу поприветствовать всех болельщиков и радиослушателей. Задавайте вопросы. Я думаю, что у нас будет очень приятное общение. Пообщаемся, поговорим о проблемах наших, о жизни футбольной, футбольного клуба «Нефчи». И думаю, приятно проведем этот эфир. Yonlarida Bahodir Doniyorovich albatta bugun bizga tarjimonlik bir ustunini bizga o'ta berishadi. Assalomu alaykum Bahodir aka, studiyamizga xush kelibsiz. Alaykum assalom. Hammalaringizga rahmat takliflaringiz uchun. Mana bugun orz kutilgan suhbat uyushtirildi. Biz hamisha katta bir xursandchilik bilan studiyalaringizga kelishga tayyormiz. Bugun sizlarni qiziqtirayotgan savollarga javob berishga ham tayyormiz. Marhamat. Albatta, biz sizlarni xush ko'rdik. Demak, hozir millionlab muxlislarimiz orziqib kutgan dam yetib keldi. Buning uchun siz o'zingizni qiziqtirgan savollarni 73 kodi bilan 243 66 56 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bemalol bosh murabbiyimizga savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi. Ungacha keling, birinchi savolni men o'zim berib o'taman. Vitaliy Grigorovich, мы знаем, что вы были в многих городах. Как вам Фергана? Как наши болельщики, как вам, понравилось? Очень приятно находиться в городе Фергане. Это очень зеленый, очень чистый город, который развивается, который строит новые здания. И такой становится более привлекательным с точки зрения жизни, комфортной жизни в этом городе. То, что касается болельщиков, очень любят свою команду, очень переживают за нее и очень хорошо поддерживают ее в играх чемпионата Узбекистана. Поэтому приятно находиться всегда в такой атмосфере, когда очень много болельщиков, когда болельщик поддерживает и гонит команду вперед, чтобы команда обязательно на своем поле выиграла и порадовала болельщиков. Поэтому вам большой респект, что приходите, поддерживаете, переживаете и вместе с командой двигаетесь по турнирной таблице и по чемпионату Узбекистана. Спасибо большое. Демак, азлар, 73 коды билан 243 66 56 рақамларга қоңғироқ қиласиз, ўзингизни қизиқтирган саволларга албатта жавоб олишингиз мумкин бўлади. Келинг, биринчи қоңғироқни қабул қиламиз. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Яхшимисиз? Саломатмисиз? Кайфиятлар яхшими? Рахмат. Таншиб оламиз. Man Farg'ona tumanining Lag'on qishlog'idan Rahimjon bo'laman, doimiy mehmoningiz. Rahimjon aka, kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Bugun xabaringiz bor, sevimli jamoamiz Neftchi futbol klubini bosh murabbiyi Vitaliy Grigorovich bizni studiyamizda mehmondalar. Savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Rahmat. Vitaliy akaga savolimiz bor. Привет, Vitaliy aka. Assalomu alaykum. Салам алейкум. Нас ждет на втором круге, это тяжелый звезда. Поэтому я даю вас вопрос, мы будем это призеры или нет. Поэтому я вам предлагаю, когда это будет наша эта команда призеры или нет. Поэтому на вашем это ответим. От всех это спасибо. Rahmat, rahmat savol uchun. Demak, hozir bizni muxlisimiz shunday savol berishyaptiki, biz mana ikkinchi davra boshlandi. Neftchini taqdiri nima bo'ladi deyshyapti. Biz yuqori pog'onada chiqib sovrindor bo'lamizmi degan savollarni berishyapti. Спасибо большое за вопрос. Мы все от себя делаем возможное, чтобы быть в призерах. Поэтому команда настроена только на положительный результат и на достижение тех целей, о которых мы говорим, и которые все болельщики, я уверен, что хотят, чтобы команда в этом году была в призерах. То, что от нас зависит, то, что от нас требуется, мы все делаем для этого, прилагаем максимум усилий, и постараемся выполнить
те ожидания, те цели, которые перед нами стоят, и порадовать ферганских болельщиков и быть в призерах. Рахмат, саламат булинг. Новатаги, кунгурок, игас билан, танышамыз, ассаламу алейкум. Саламу алейкум. Валейкум ассалам. Саламат мысыз? Рахмат. Танышы боламыз. Марғылондан, Иномжон. Иномжон, Марғылондан. Демак, савалингизни тоғридан тоғри сіз Виталий Григорьевичке берішингиз мүмкін, мархамат. Мен өзбекше беремін, мәйлі ме? Бемалол, өзбекше хам савалны берішингиз мүмкін. Салам алейкум, Виталий аға, яқшымысыз, қалай яқшымы? Малейкум ассалам. Мен савалым сұраққа кеп, мана несі екеле даврада хам, дерлік бір қыл ойын көрсетіпті. Мен қазіргі яңғы алған хужумшылардан көңілдері тоқмы? این سوالم زندگی برای زهر دقیقه خودم کاروانی یو نیسته سلامت بولین اینام جان البته سوال لرینگزگی جواب بیر بوتامس В общем, первый вопрос такой. Нефчи, как в первом круге показывала красивую игру, сейчас во втором круге также продолжает играть в той же духе. Вот. Во втором круге в команду пришли двое новых нападающих. Насколько вы сейчас удовлетворены их игрой? Ну, мы будем продолжать показывать тот же футбол, который мы показывали в первом круге. Вот, постараемся со своей стороны сделать все, чтобы был положительный результат и во втором круге. Вот, насколько физическое состояние позволяет новых футболистов сразу вписаться в основной состав, пока оно не достигло своего максимума. Поэтому мы в тренировочном процессе работаем, чтобы новые футболисты пришли в такое же физическое состояние, как и наши футболисты, которые есть в нашем распоряжении. Поэтому новые футболисты потихоньку адаптируются к нашим требованиям, к нашей команде, вот, к погодным условиям. И я думаю, что через некоторое время они будут показывать тот футбол, который мы хотим видеть, как тренеры, да, и вы хотите видеть, как болельщики. И я надеюсь, что эти футболисты будут приносить результаты и пользу команде «Нефчи». Енді Виталий Григорьевич, бұл жауапларымдан шуны тәкіліп отбақшылар ке, біз бірінші даврада қанақ ойнаған болсек, екінші даврада құтты шу ойынды намаш етшті давам еттіңіз. Кәрмандыға келіп қошылген яңгі леген ерхучымчылар барасыды болса, бұл егітлер башқа мамлекеттен кегенлігі сәбәбілі. Бұлар біріншіден ұша команданы ойынығы маслашып кетші үшін біраз вақт керек. Бұл тамандан жисмани халатларын әлігі тіклі алышылары керек. Чүнкі бүнгече команданы қалген азаларының қысапке ағанда бұл егітлеріміз дараны башыдан бері бір жан болып ойнап келіше әпті. Шу егітлерім футболшыларға қошылып кетші үшін вақт керек. Біріншіден жисмани халатының яқшылаш керек. Бұзы Өзбекистан шарайты деге қылымгем көнікме қасыл қылышылары керек. Вақт давамыда біз шу барада ішілерді алып барып, бұл егітлерді әм әсті секенлігі білен формасын тіклеп, шу ойын тактикасыны беймалал еплеп кетшіге ярдан берішімізді сізге ішана мәндіп жауап бері әптілер. Енді ікінші савалезге отамыз, мән ікінші савалезге әлім айтканым йок. Виталий Григорьевич, второй вопрос у этого зрителя, он был такой. Да, игроки поступили, но на данный момент пока атакующего футбола от них мы еще не видели. Вот такой вопрос у него второй. Ну, мы все хотим, чтобы команда играла в хороший атакующий футбол, который бы приносил результат, положительный результат. Вот, поэтому мы к этому стремимся. Вот, и я думаю, что каждодневная работа в тренировочном процессе, она скажется, и мы приблизимся к этому футболу и будем показывать такой футбол. Я в это верю и надеюсь, что так и будет. Біз қар күні мағжылуатларда шу үстеді іш алып ғорияппыз, ойлеймен ке, ойшанамен ке дейтілер. Вақт келіп, бұ боларам шу хүчімкар ойынны намайш етшіке кірішәділер ва көплен мұхлысларыны құрсант қылшәділер. Рахмет. Рахмат, савол үшін қам, жауап үшін қам, демай 73 көді білен 243-66-56 рақамыда бізді қоңырақ бар қабарқыламыз. Афсус ке үзіліп қалды, албатта қазір орқасыдан қоңырақ болады, сабабы бүгін кетмекет қоңырақлар нобатыны күтіміз, қабол қыламыз. Ассалам алейкум. Алло. Уалейкім ассалам. Саламат мысыз? Рахмат, мен Марғылондан Асадбек. Асадбек. Нефчи тренеріге, Виталий Гетчинге. Беймалол, мархамат.
Здравствуйте, уважаемый тренер Виталий Ярченко. Меня зовут Асадбек, я с города Маргилан. Прежде всего я хочу поблагодарить вас за победу над столичным клубом «Пахтагор». После такой победы вам не трудно ли найти стимул для наших ребят? Мне особенно это показалось после матча с «Субдионой». И можем ли вернуть этот трофей высшей лиги, который мы в последний раз победили именно в 2001 году? Как-то я ровесник с этим чемпионством, и очень сильно хочу, чтобы вы вернули этот трофей, как это сделал в 2014 году Анчелотти, победив Ладисиму. Спасибо за ваш ответ. Благодарю за вопрос. Вот, смотрите, ну, после каждой игры очень много тратится как физических сил, так и психологических. Вот. Плюс здесь еще имеет фактор погодные условия, что мы играем в такую погоду, и, ну, очень жаркую погоду. Даже в вечернее время, в 8 часов, как бы погода стоит, ну, очень такая некомфортная для игры, можно так сказать. Вот. Поэтому первая задача то, что после игры с «Пахтакором» нам надо было восстановиться как физически, так и психологически. Вот. То, что касается игры с «Огдианой», то тут, ну, несколько факторов сказалось. Во-первых, команда приехала с «Огдиана» очень мотивированная, вот, заряжена на борьбу была, вот, и хотела достигнуть любыми способами положительного результата. Вы, наверное, если видели игру, вы, наверное, ну, видели все эти моменты. То, что касается нашей игры, то да, мы старались, мы хотели победить. Вот. То, что были моменты, когда было взятие ворот, там спорные моменты, первый момент, когда отменили нам мяч. Вот. Если бы мы забили первый мяч, то я думаю, игра бы раскрылась, и она бы не была такой закрытой со стороны соперника, да, и что они всей командой оборонялись, вот, любыми там способами пытались сохранить положительный результат для себя. Вот. Но ребята все старались, ребята все хотели победить, выложились на все 100%, но, как это всегда бывает, это футбол, здесь немножко и удача отвернулась от нас, но, тем не менее, мы не опускаем руки, мы продолжаем работать и продолжаем верить в положительный результат. И то, что мы хотим порадовать вас в конце сезона хорошим занятым местом, это однозначно, все ребята настроены на максимальный результат и делают для этого все возможное, все, что от них зависит. Бізде қоңыраулар бар, қабыл қыламыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, радионы пасайтырып аласыз, агар яныңызда радио болса, танышып аламыз. Рахмат, саламатсыз. Ама Марғұлондан Құдыратұллаға. Марғұлондан Құдыратұлла, мархамат, сауалларыңызды бош мұрабиімізге беріш бір имкониеті сізде бүгін мавжуд. Мархамат. Ассаламу алейкум, Виталий аға. Алейкум ассалам. АГМК билан бўладиган ўйинда шу qaysi bollardan ko'proq foydalanmoqchilar, keyin hujumkor o'yin qilmoqchimilar, yo himoyaviy taktikami, yo qarshi hujumni, asini so'raganimizda. Shu vopros, Vitaliy Grigoryevich, такой. Следующая игра с АГМК на выезде. Болельщик интересуется, какими футболистами вы будете пользоваться в следующей игре и какая предвидится тактика, нападение или атакующий футбол? Можете ответить на этот вопрос? Ну, футболистами, которые у нас есть в расположении, мы уже больше никого не можем заявить. Вот, у нас есть 21 полевой игрок, который в обойме у нас сегодня, на них мы и рассчитываем. Все будет зависеть, кто будет играть 26 числа с командой АГМК, от тренировочного процесса. Подготовка к игре с АГМК будет выглядеть лучше, тот и будет играть, вот, в основном составе. То, что касается, опять же, тактики, да, есть выездная модель игры, есть домашняя модель игры, вот, но если вы смотрите, анализируете нашу команду, то мы практически как бы играем одинаково, что на выезде, что дома. Вот. Поэтому мы смотрим соперника, анализируем соперника, но от своей игры, от своих принципов мы не отходим как дома, так и на выезде. Я надеюсь, что
мы постараемся показать хороший футбол, который принесет положительный результат нашей команде. Кунгурау бар кабул кыламыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Ахрор аке. Ассаламу алейкум, Виталий Григорьевич. Фаргона шахрыдан Давлатбек. Валейкум ассалам, Давлатбек. Нефти команда бұдардыларыге шы охыргы ойын, нефти ойын ойынге түштім. Немаге бізді күчімді пақат ойын канаттан чап канатты ашырылы япты. Маркезден барылт дарваза бойынге топ кетірмей япты. Немаге дивар тұрғапы күтар ой сайында күші япты. Чүнкі центрда мәселен 20-30 метрдан дарвазаға тесті қайсысы топты дарвазадан бағы қайтарады кү. Қайтқанда центральный нападающийге түшеді болады. Шуна халат болмайды да оң қанаттан чап қанатқа, чап қанаттан оң қанатқа кейін несібі диагонал паслар жоқ. Мәселен защита уже бұрыпты қайсысы центральный үшінші қолдың қарап өткетіпті диагонал пасты Дилини пас бермейді. Шу бұлан құжынші ішсіз қоп кетеді. Шу қақыдайан бір әлі тәсікемі, өзі бізденем ақылы еу, енді әлі тепадан қарагенде ішқыбозларға шынақы көрін еді. Саламат болин, сауалына қабыл қылдик. Қазір Бахадыр акем албатта еткізады сауалына. Виталий Григорьевич, в общем, такой вопрос или вопрос возражения. Болельщикам сверху видна такая ситуация, картина, что все атаки Нефчи проходят или с правого фланга на левый фланг, и с левого фланга на правый фланг. Не видится атака по центру, нету дальних ударов по центру, по воротам. В этом случае болельщик констатирует, что если бы были бы удары по центру, по створке ворот, в этом случае вратарь в любом случае может отбить мяч, и на добивание кто-то из наших игроков по центру должен подоспеть. Также нету атаки, нету развития игры по диагонали. Вот. И вот это сверху для них кажется, что какие-то все-таки недоработки в команде, в атакующем плане, да. Диор Туропов тоже остался. И Диор Туропов, второй вопрос по Диор Туропову. Имея такие моменты в игре, почему Диор Туропов не выходит в основном составе? Давайте я со второго вопроса начну отвечать. То, что касается Диора Туропова, то он перенес болезнь, да, он болел у нас неделю, плохо себя чувствовал, вот, лечился, поэтому он не был на 100% готов физически к игре, поэтому мы, исходя из этого, из этой ситуации, дали Диору Туропову немножко прийти в себя, и на все 90 минут его не хватает. Поэтому мы его выпускаем во втором тайме, когда команда более уставшая, подуставшая, чтобы он на свежести создавал то давление, которое нам нужно, которое он создает, да, и приносил результат. То есть, если брать игру с Пактакором, то этот нюанс, этот момент сыграл, он вышел, забил мяч. То, что касается тактической игры, да, как правильно говорите, да, ну, смотрите, если брать крайнюю игру с Сагдианой, то Сагдиана всей командой 10 человек оборонялась, да, и по центру вскрыть такую насыщенную оборону очень тяжело. Поэтому мы и задействуем здесь фланги, потому что на флангах больше пространства есть, больше игры один в один есть, больше есть возможности делать фланговые передачи, поэтому мы используем эти моменты, эти ситуации. То, что касается атаки по центру, ну, если вы видели момент, когда Георгий пробил стойку ворот, да, то эта атака была как раз по центру. То есть мы разные варианты используем и разные как бы ситуации прощупываем, где у соперника есть зоны свободные, чтобы их вскрыть. Поэтому здесь говорить, что мы атакуем только флангами, ну так нельзя, наверное, говорить. У нас есть атаки по центру. Просто очень тяжело вскрывать насыщенную оборону, когда вся команда стоит 10 человек в центральной зоне, и ну, смысла нет атаковать по центру, мы будем только терять мяч.
поэтому мы больше задействуем фланги. Бізге ажыратылған уақытымыз өз нұхаясыға етті. Шу қатарда барча мухлислер хамда бізні ижади жамамыз намыдан Виталий Григорьевичке бір сағылық тіліп қоламыз. Келгісіда бізні сеймілі жамамызны көкілерге бір көтеріп, албатта чемпион қылышларыға бір тілек дашымыз. Виталий Григорьевич, sizda ham shunday imkoniyat bor. Hozir siz to'g'ridan-to'g'ri minglab muxlislar sizni tinglashyapti. O'zingizni dilingizdagi bir gaplaringizni muxlislar tomon yo'llashingiz mumkin. Слушает миллионы поклонников нашей команды, поэтому у вас есть возможность напрямую передать ваши пожелания нашим болельщикам. Ну, хочу пожелать болельщикам как можно больше, чтобы вы приходили на футбол. Вот, чувствуется такая вот поддержка, такой адреналин, который вы даете команде, тот импульс, который вы передаете команде, он очень ценен. Вот, вы настоящий 12-й игрок на футбольном поле, на трибунах. Вот, вы заряжаете своей энергией, своими эмоциями команду только на победу. Поэтому приходите, болейте за свою любимую команду. И чтобы вас команда все время радовала положительным результатом. Вот. Ну, от себя лично хочу сказать, что я смотрю очень много европейского футбола. Вот, и вижу, как болельщики в Европе поддерживают свои любимые команды. Вот, как они гонят свои любимые команды. Я скажу, что вы ничем не отличаетесь от европейских грандов, да, солидных клубов, которые организованно поддерживает свою любимую команду. Поэтому продолжайте в том же духе, вот, поддерживайте команду, любите свою команду и дай бог, чтобы команда все время вас радовала. Кейінгі хафта пайшамы күні Нефтеплюс лоқасыда ұшырашкүнче сау болин, саламат болин деп қоламыз.